Здравствуйте, Семен. Здравствуйте. Хочу вам задать вот несколько вопросов. Здравствуйте. Ну вот вы в курсе, да, что вот Навальному влупили там 2 года и 8 месяцев? Ага. Ну, первый раз слышу, конечно, но... ну, хорошо. Точнее, даже плохо. В смысле? Мало дали. Мало дали, да? Конечно, да. Вы не поддерживаете Навального никоим образом? Нет. Мало дали, вот при Сталине бы уже давно расстреляли, а так им вот это все игрушки. Баловство это все. Баловство, да. То есть он тут вывел людей, детей на улицу вывел, организовывает что-то непонятное. Я не в курсе, честно говоря, ну а что, нормально, ну как нормально, пусть посидит, может успокоится немного. Может он выпивает просто, и у него там это, на фоне выпивки все. Горячка, ну может. Ну да, вот там что-то придумал. Американские партнеры наши подсовывают какой-нибудь шнягу, не водку, а там что они там пьют. Ага. Бренди, виски-то что такое? Не, ну вот его речь в суде, вот, ну ладно, вы не слышали, я вам скажу, он там кричал в суде, что ему в трусы подсыпали какой-то яд новичок. Вот это вот здравое вообще заявление человека. Ну, как сказать, смотря в каком процессе он находился, как в трусы можно что-то подсыпать. Ну, вот он говорит, мне в трусы подсыпали яд новичок. Агенты ФСБ? Говорит, да, агенты, говорит, КГБ, там ФСБ. За мной летали на самолетах, двигались и на поездах. Да, и в трусы вот удалось ему подсыпать. Прямо в трусы? Ну да, в трусы. Как это можно операционно произвести? Ну, типа того, что вот у него там какие-то трусы. Может, он просто снял проститутку, которая оказалась агентом Российской Федерации. В Англии снял проститутку, которая оказалась агентом Российской Федерации. Не, ну послушай, там дело было так. Он вроде как бы бухал в деревне Кафтанчиково, вот как раз там вот зимой. Потом сел в самолет, короче, и в самолете там ему стало плохо. Подожди, ладно, а что он хочет-то вообще, Навальный этот? Я вот что-то вот Навальный, что-то все тут про него. Что он хочет? Смену власти? Вот я просто не понимаю людей, тут у меня тоже знакомый. Я ходил на митинг в Орле. Я говорю, а что ты хочешь? Вот, ты мне объясни тут, подожди. Вот я просто свою точку зрения скажу. Почему не интересуюсь тему Навальным и все остальным? Ну, блин, ну кто за Навального пойдет? Кто? Армии нету, милиции нету, полиции нету. Так купит всех. Никого он... К власти приедет, да всех купит. Да никого он не купит. Нет, он, ну, у Путина авторитет, власть у него силовые структуры у него. Он скажет, ребята, просто приказ отдаст, кто там против меня этот, Навальный. Расстреляйте его, как херам собачьим. И все, силовые структуры. А Навальный, ну выйдет за ним вот эти вот школьники в масках, ну это несерьезно. Почему этот Навальный, ну там... Ну да, собирается народ. Ну народ все время собирается, как бы. Ну когда он? Только при Сталине не собирался, и все. Потому что Сталин расстреливал за такие вещи, как бы. Ну всегда так было. Не, ну послушай, вот, кстати, Навальный, он как бы это, он тоже частный предприниматель, как бы. Молодец, что он корзинки там какие-то из лозы плел. Все согласен. То есть предприниматели, частные, все такое, как бы они не согласны, они видят ситуацию, как бы, да. Может быть, что-то видят, что там. Власть приворовывает, но власть всегда воровала, вот в чем дело. Это, с этим надо не то, что, блин, ну все, нету равенства в обществе, не было никогда. Вот это, из этого надо исходить прежде всего, в медицинских целях даже, вот для психологии. То есть ты хочешь сказать, что тебе при Навальном жилось бы хуже? Да мне кажется, вообще бы страну уничтожили, как при Ельцине. При Ельцине вот не было страны. Я помню, как я один момент расскажу, почему вот мне нравится, вот чисто мое отношение. А мне при Ельцине было хорошо. Смотри, ну вот я просто расскажу, ну тебе, может, одному, а стране было хуже, потому что я помню, как-то пришли... Так сейчас говорят, при Путине сейчас плохо, а вот при Навальном будет хорошо. А при Путине, получается, только тебе одному хорошо. Ну как хоть плохо? Магазины есть что купить. Машины на марке, я заезжаю во двор, некуда поставить машину. Я езжу куда-то, я ищу по всему району, где поставить мне машину. Мы херово все живем. Ну, не знаю. Ну, просто человек как бы недоволен всегда, это природа. Я никого не обвиняю, ни Путина, ни Навального, никого. Ну, просто природа человека, вот в чем дело. Он все время будет недоволен, особенно русский человек. Русский человек, он все время будет недоволен. Вот это тот, у соседа лучше, а вот у него так, а вот Навальному хорошо жилось. А вот при Путине херово. Ну, не знаю. Занимайтесь своими самореализацией себя, тогда вам будет нормально, при любой власти. Вот реально так это оно и есть. То есть надо, ну что, просто человек подсознательно вину за свои какие-то неудачи, за какое-то свое несчастье переваливает на власть. У некоторых это ну, в маленькой форме выкатывается. Сдается вы мне, что вы хитрите, доктор.
Я вот что-то как думаю, так и говорю, вообще не хитрый. Буквально вот в прошлом вы как бы работали доктором и заодно еще маршрутчиком. Вот вы пели песни по-другому. В смысле? Я про Путина никогда ничего плохого не говорил. Вот нет, ты говорил, что мне живется тяжело. Ну тяжело, да, ну и что? Да всем. Нет, ну как тяжело? Относительно тяжело. Всем тяжело живется. А кому легко? Ну мне сейчас тяжело. А вот если бы вы сейчас вот из нынешнего статуса опять рухнули в маршрутку? Ну работал бы. Опять бы сказали, тяжело живется. Да все нормально всегда живется. В смысле тяжело? Ну всем. У каждого свое. Есть такой лозунг, да? То есть каждый. Ну я понял тебя. У тебя к тому, что нежели богатая, нехуй начинать. Да и надо начинать. Надо начинать. Надо начинать, только надо иметь силы. Ну то есть как? Ну и отлично, надо начинать. Нежели богато, надо воровать. Да при чем здесь воровать-то? А здесь никак не разбогатеешь. Ой, да до каких кислот хочешь разбогатеть, ты мне объясни. Ну хочу, вот, например, разбогатеть. Хочу. До каких? Ты хочешь воровать, как, не знаю, там, правительство? Чтобы вот дворец у меня тоже был, хочу. Ну тогда придется воровать. Я, например, дворца не хочу. Я не хочу дворца. Ну то есть я хочу просто... А зачем вот людям дворцы, скажи мне? Не могу знать. Вот этот вопрос я даже не пытался. Ну чтобы показать свое величие. То есть человек изначально, он как, одно из потребностей природных показать свое величие, да, строили дворцы. Пирамиды. Пирамиды, да, тоже то, что входит. То есть, ну, построил он, начал строить пирамиду. Пан Семен, а вы будете себе строить пирамиду? Надо подумать. Или вы уже ее начали строить? Рановато еще об этом задумать. Да ладно, как этот хуй там, МММ или что у него там было, Леня Голубков. Он вообще умер на этом. Вроде на остановке. На остановке умер. Ну, человек, какие бы деньги, не в деньгах, счастье. Так что вот так вот. А бриллиантовые тапки будешь себе покупать? Ну да, в будущем планирую. Планируешь, да? В них играть на барабанах неудобно. Вот в этих... Почему их ношу? Вот в этих тапках, даже я не взял свои фирменные кроссовки сегодня, ну в тапках не нравится. Просто не знаю, мне прям ноги вот так вот прям летят. У них и название такое – миллионники. ⁇ 26 числа у моего брата день рождения. Но этот день знаменателен не только этим событием. Также будет Winter Trash. Так что приходите все на концерт, я вас закодирую вместе со своим братом Рогановым. Вау!